Накануне Нового года в рамках недели социальных инициатив учащиеся гимназии номер 44 присоединились к акции «Коробка храбрости». Они собрали книги, игры, канцтовары для детей, которые сейчас находятся на лечении в областной детской больнице. Главная цель акции – помочь больным преодолеть страх перед медицинскими процедурами – уколами, перевязками, сдачами анализов. На этот раз коробка храбрости была установлена в кардиологическом отделении больницы. В нашей больнице уже не в первый раз проводится акция «Коробка храбрости». Я, как и многие мои коллеги, считаем, что данная акция – позитивно влияет на психологический комфорт, психологическое состояние больного ребенка. Когда он приходит в процедурный кабинет, и медсестра, которая будет делать какие-то манипуляции, говорит: «Ну, ты знаешь, ты не бойся, мы сейчас с тобой возьмем кровь, но после этого ты получишь подарок». Ребенок расслабляется, те манипуляции, которые ему проводятся, становятся менее болезненными. И в следующий раз он уже не боится приходить в наш страшный процедурный кабинет. Подобные акции объединяют как здоровых, так и больных детей и их родителей. А главное, помогают преодолеть свои страхи. На самом деле мы вообще очень удивлены такой акции. И очень как-то приятно даже. Мы очень довольны, потому что со стороны медицинского персонала как-то это все простимулировать ребенка, чтобы он не боялся. И... не боится. На этом неделя социальных инициатив не заканчивается. Добрые акции будут продолжаться вплоть до 31 декабря. Эта акция у нас продолжается уже целый год. И наши врачи заметили позитивную динамику выздоровления наших ребятишек. Поэтому также я призываю всех наших горожан присоединяться к этой акции. А если вы не знаете, куда принести игрушки, то можно просто звонить нам в офис по номеру 727-728. И мы либо сами приедем, заберем ваши игрушки, либо мы вам скажем, где есть пункты приема близкие к вашему дому. А уже 28 декабря пройдет еще одна большая акция. С крыши областной детской больницы спустятся Деды Морозы-альпинисты, чтобы поздравить с наступающими праздниками маленьких пациентов. Для детей устроят праздник с хороводами и сладкими подарками. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.